Labas vakaras. Sveiki susirinkę jau į šeštąją paskaitą, kurios tema – stiprus raumenis, kaulai, sąnariai, sporte ir kasdienėme gyvenime, taikant mikrosferas artrai bei holistinės medicinos įrankius. Mano vardas Irena Stankievič. Esu Aroma Vitalitis įkūrėja, holistinės medicinos ambasadorė ir praktikė. Aroma Vitalitis misija – sveikatos grožio ir jaunystės puoselėjimas, taikant holistinės medicinos žinias bei gamtos įrankius. Unikaliomis žiniomis bei 15 metų patirtimi su mumis dalinasi vienintelė pasaulio ir Europos rinko ekspertė Svetlana Krisko. Todėl mūsų webinarai vyksta rusų kalba, nes, kaip patys supranta, tai yra pasaulinis mastas. Man garbė pristatyti jums psichologę ar terapeutę, kinezioterapeutę, gamtos mokslų akademijos patarėją bei psichologinių mokslų patarėją, dviejų knygų autorę ir trečios knygos apie mikrosferas bendra autorė Svetlana Krisko. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это крепкие и здоровые кости, суставы, мышцы, занимаясь профессиональным спортом и в ежедневной жизни, применяя микросферы Артрейд и инструменты холистической медицины. Светлана, передаю вам спортивную эстафету. Спасибо. К спорту отношусь великолепно. В свое время в молодости была в классе всегда первая. Прыгала выше, бегала быстрее. Вот. В общем, все делала такое по максимуму. Такая природа у меня удачная. И, в общем, в спорте я была очень удачлива. А затем у меня была, ну, был бальные танцы, сейчас они тоже стали спортом, и там я тоже была победителем конкурсов. Вот. То есть и знаю особенности как бы состояний в спорте, знаю, что такое второе дыхание, потому что занималась такими видами, как лыжи, бег на дистанции, занималась фехтованием, вот, и хорошо знаю как бы беды того, что происходит во время спорта. Там очень часто бывают травмы, очень часто бывают перетренировки, когда болит все тело и очень долго не может прийти в порядок. Вот. Бывает, когда я бегала дистанцию на лыжах, и уже на финише, уже в полусознательном состоянии ты там падаешь, и тебе там сахар в рот дают, чтобы ты пришла в себя. Вот. Ну, в общем, короче, это такое какое-то интересное занятие. Почему-то люди, по-видимому, любят этим заниматься для того, чтобы проверить свою силу воли. И вот есть просто повседневное занятие какими-то упражнениями, какой-то практикой духовной. Надо сказать, что этим я тоже занималась. То есть где-то с 40 лет, когда открылись знания, когда перестали запрещать заниматься даосскими практиками, йогой там и другими видами, медитациями, когда это не стало таким крамольным чем-то, я начала этим заниматься. Занималась в центре, где Чом такой, Черный Олег Михайлович, он собирал все виды духовных практик всего мира. В Москве есть такой клуб Инби. И вот я членом этого клуба была и особенно увлекалась женскими практиками, как бы, которые собирал Олег Михайлович со всей земли. То есть это были латиноамериканские, африканские, и даосские, и различные другие практики. И все мне нравилось, все это давало тонус телу, давало определенную как бы силу жить, сохранять энергию. Тем более, что я такая спортивная была, и в возрасте после 40 уже
когда со спорта тебя, в общем-то, списывают. Последний раз я на сцену бальных танцев вышла довольно поздно, в 36 лет, но уже все. Уже как бы ты уже в этом возрасте считаешься так старичком. Вот. А я себя чувствовала довольно хорошо и хотелось поддерживать эту форму. И я вам должна сказать, что встреча с микросферами меня потрясла в этом плане. Обязательно сейчас поделюсь своим опытом, потому что, несмотря на все мои усилия, занятия практиками, занятия, которые мне нравились и которые я чувствовала их пользу, но, тем не менее, как я поняла, для того, чтобы иметь действительно очень серьезный эффект в практиках, нужно заниматься этим по много часов, на первом этапе чуть ли не по 5-6 часов в день. А затем это уменьшается, потому что происходит трансформация в теле, трансформация там, меняется пульс, клетка начинает трансформироваться, дыхание становится другим, температура даже другое тело, она понижается. То есть там очень много признаков того, что в тебе идет трансформация. Но для того, чтобы этого добиться, нужен упорный ежедневный труд. Это могут себе позволить люди, которые начинают аскетично заниматься к жизни, то есть которые посвящают себя этому, а затем в дальнейшем передаче этих знаний другим людям. Есть такие, у которых такое предназначение в жизни, и которые могут позволить себе это, другие люди вкладывают в них ресурсы. То есть есть такой, например, Шри Шри Рави Шанкара, учитель, которому даже ашрам построили в Индии. То есть он все посвятил всю жизнь. Конечно, ни жены, ни детей, никак, даже разговоры не может идти. Это полное посвящение. И тогда люди вкладывают в таких людей деньги для того, чтобы они передавали эти знания другим людям. Но для этого нужно вот так посвятить. У меня, может быть, мой характер был как раз из такого типа. Сейчас, анализируя свою жизнь, я думаю, что, скорее всего, я бы именно на этот уровень и вышла. У меня бы не было семьи, но я достигла бы очень многого в развитии духовном, просто уверенно. Почему позже скажу? Вот, потому что цель моя была такая, я ее поставила. Но, к сожалению, я вышла замуж, когда мне исполнилось 19 лет и 3 месяца. То есть совсем рано. Вот. И вышла замуж, потому что, ну, как бы мой муж, человек, которого я пожалела, он был сирота, ему не открывали визу, как моряку. И так сказать, мы понравились друг другу, и он сказал мне об этом. И чтобы открыть визу, нужно было выйти замуж. Ну, вот я вышла замуж, чтобы... Светлана, вас не слышно. Светлана, что-то с интернетом у вас? Мы вас не слышим. Так, мы вас пока не слышим. Пока нет. На телефон позвонить, она и тебя не слышит, наверное. Да. Что-то похоже, что-то со связью. Сейчас, минуточку. По-другому с ней свяжись как-то. Да-да.
Одну минуточку, сейчас Светлана перезайдет в комнату. Так, все. Слышно прекрасно. Итак, да, итак, это просто кто-то позвонил, и я не знала, как это из этой ситуации выйти, начала нажимать. Итак, получается, что почему я рассказываю предварительно об этом, потому что это очень важно. Я пришла к определенным выводам, очень интересным. В связи с моим вот этим опытом занятия всем, я увидела в микросферах очень серьезную духовную практику. Причем эта практика, если, например, люди, которые занимаются духовными практиками, они категорически не занимаются профессиональным спортом. Потому что профессиональный спорт, он, конечно, требует тоже сейчас и дыхания, и медитации, и многого другого, но это все равно совершенно что-то другое. Выжимание каких-то максимальных ресурсов за счет жизни, продолжения жизни и здоровья человека. А люди, которые занимаются практиками, наоборот, достигают долгожительства и здоровья. То есть там уже веками установленные в каждой практике целостные правила, которые касаются всех уровней тела человека, и физического, и эфирного, и астрального, и ментального, и духовных тел. То есть это многовековой опыт людей, которые пытались в разные века, очень тяжелые века, века Кали-Юга, потому что других веков мы не знаем, для нас их просто уничтожили все эти воспоминания. Вот, очень тяжелый век, пытались сохранить то лучшее, что осталось в воспоминаниях человечества о тех веков Золотого века, когда мы жили без всякого зла на земле. Итак, теперь мы живем в уникальное время света, когда мы перешагнули в новый век, Кали-Юга закончилась. И поэтому мы, к сожалению, только находимся в самом начале, когда человек будет иметь совершенно другую природу. И микросферы, я человек того времени, еще 20 века, который ухитрился в то время не пить, не курить, не принимать наркотики, сохранить девственность и многое другое, который радикально отличался от того, что нам диктовало время, того, что диктовал век наш, век, можно сказать, уничтожения человека. Вот, я ухитрилась выскочить из этого. Как я не знаю, скорее всего, такова моя природа была, с которой я родилась. И вот микросферы пришли ко мне и заставили буквально меня начинать распространять знания о них. Потому что я бы никогда этого не делала, если бы не столкнулась с тем, что я увидела в этом духовную практику. Именно больше, чем для меньше, чем для физического тела, больше, чем для психики. И поскольку я человек максимально спортивный, максимально активный, максимально любящий себя чувствовать очень хорошо, вот, микросферы стали моей самой большой любовью, потому что они подарили это состояние не только мне, а людям, которые меня окружают и которые мне поверили.
Те, кто мне не поверили и относились к этому скептически, были, я же создала сетевую компанию, в сетевой компании в основном 99% было людей, думающих о деньгах, которые видели в микросферах деньги. Им нужно было зарабатывать деньги. Я дала возможность им это зарабатывать, но они не верили в продукт и убегали в другие компании. И сейчас они, половина из них, умерли или очень тяжело больны. И когда они видят меня, они возвращаются к микросферам. Потому что они говорят, в это невозможно поверить. Я одна из всех них достигла огромного материального успеха и огромного духовного успеха и огромного физического успеха. И это видно на лицо за 15 лет. Они видели меня тогда, они видят сейчас и видят результаты того, что происходило. Поэтому микросферы, я утверждаю, это высокого уровня духовная практика. Итак, что же я хочу посоветовать спортсменам и просто людям, которым нужно понимать, что тело требует занятий с ним. И микросферы именно это делают. Они заменяют физические упражнения, они заменяют массажи, они заменяют очень многое и усиливают, если вы продолжаете это делать. То есть, если вы ничем не занимаетесь, вы такой Обломов, у которого такое жизнь, наблюдение за тем, что происходит и что дарит Вселенная, вам этот продукт очень поможет. Потому что это для Обломовых как раз лежать и наблюдать. Но все, кто только это хотят, будут наблюдать очень серьезные обострения и в течение нескольких лет. А вот теперь для, которые будут уходить, и они постепенно будут восстанавливаться. А вот теперь для спортсменов. Для того, чтобы ваши нагрузки и для того, чтобы ваши успехи в спорте были очень высокими, мы использовали для баскетболистов микросферы, и они их использовали после тренировок, во время соревнований, в перерывах. И результаты были потрясающими. Во-первых, если были травмы, заворачивались ноги, и травмы руки, травмы проходили в течение часа. То есть купировался процесс синяка, растяжения, в общем, все последствия ушиба или другого вида травмы. Ну и ожог, то же самое. И дальше они чувствовали, что сил, энергии у них просто нескончаемо много во время соревнований и в течение жизни. Очень хорошо микросферы помогают, убирают вот эту кислоту, которая появляется, когда вы перетренировываетесь, и мышцы очень сильно болят. Буквально на ночь стоит вам только завернуться в любой предмет из микросфер. Конечно, чем больше микросфер, тем лучше. Быстрее все процессы купируются. То есть если у вас огромная подушка или капсула, или там толстая повязка такая L1 есть на ногу, вот они там много микросфер, очень быстро купируется процесс. Синяк, шишка, ушиб, значит, трещина, растяжение, просто на глазах уходят отеки, синий вот этот, синева вот эта красно-бордовая и так далее. Все просто на глазах уходит. То есть это просто какое-то чудо. Вот. И, конечно, капсула усиливает эффект всего в целом. Вот только сейчас должна сказать, что спортсмены подвергаются очень серьезным психологическим травмам. Почему? Вот, например, борцы. Я знаю, что для того, чтобы так бороться, нужно вес, очень следить за весом, потому что есть легкий вес, там тяжелый, да, средний там вес. И они борются буквально за каждый грамм для того, чтобы выдержать, вот быть в этой категории определенной по борьбе. И вот
мы дали такую капсулу одному из чемпионов, кавказец он, одному из чемпионов пользоваться, потому что те нагрузки, которые по скидыванию веса они выносят, это просто пытка, это самая настоящая пытка. Вот. Так вот, микросферы просто спасают от этой пытки, потому что вы в микросфере обычный даже человек, если он принимает часовую, двухчасовую процедуру, он потеет, нужно одеться, такое ХБ, потеть, потерпеть. Короче, вы прямо теряете килограмм, 2 килограмма веса. То есть это очень-очень для спортсменов важно. И самое главное, что для этого не нужно ни пыточное питание, ни пыточное отсутствие питья там и так далее, ни пыточные нагрузки. Вот. Вы просто это получаете за счет того, что организм скидывает шлаки. Он скидывает все лишнее, что есть в организме. И вы будете такой поджарый. У меня есть парень, который занимается спортом, бегает марафоны. И он пришел с проблемой варикоцели, то есть у него было сужение, в общем, короче, соединение яичников там с мочеточником, и умирала сперма, и сохла почка, есть такое заболевание. И когда он начал приходить на вот эту капсулу, один раз в неделю всего на час, и дома купил шорты, шапку и большую 50 на 70 подушку, через 5... Даже, по-моему, от одной подушки, вру. От одной подушки через 5 недель у него уже была живая сперма. Потому что 50 на 70, там очень много микросфер. А когда он начал ходить капсулу и шорты и так далее, он скинул за 10 месяцев 10 килограмм веса, перестал потеть даже во время тренировок, и он стал такой, знаете, хорошенький, тело такое поджарое, сухожилие, мышцы, кожа. Он вообще красивый очень парень. И вот он и не был толстым, но стал такой вот качественный, качественной красоты тела. Теперь что дальше? Почему же, ну, крупные предметы, надеюсь, понятно, почему они теперь нужны. А теперь, почему же нужны мелкие предметы? Мелкие предметы нужны, потому что с ними, как бы, если у вас хроника, если очень серьезная какая-то травма, или болит уже давно, или поврежден мениск, или в других там локтевых еще каких-то суставах высохла вот эта жидкость, или там позвоночник уже начал оседать, то ношение этих изделий буквально круглые сутки, например, напульсники, во-первых, они идеальным делают пульс. То есть у вас будет идеальный пульс, а это очень важно во время занятия спортом. Потом, если вы одеваете напульсники на ноги, то ноги такие легкие, попробуйте во время тренировок именно делать в напульсниках, на руках и ногах. Вы будете потрясены, насколько у вас будет больше сил, насколько будут лучше результаты. Потому что мне рассказывал об этом Вячеслав, как он бегает марафон после того, как он начал пользоваться микросферами. Он говорит, что я бегу вообще без устали, у меня даже пота капли нет. То есть совершенно потрясающая выносливость. Вот тапочки вообще уникальные. Вот я сейчас должна вам сказать, что я убедилась в этом еще раз и буквально пою оду по тапочкам. Я как носила тапочки, когда в самом начале, еще первые годы было, я спала в этих тапочках, потому что было много проблем. Был привычный вывих уже несколько лет, я подвихивала постоянно голеностоп. У меня болели суставы, значит, пальцев, где пальцы входят в стопу. Дикая была боль, так что я должна была разуваться зимой. Вот, пятки тоже трескались, сухая очень у меня кожа. Ну, короче, проблемные были ноги. Стопа болела. Я спала в этих тапочках. И когда я в этих тапочках поспала, там месяц, два, три, у меня все прошло. Мало того, помимо того, что у меня прошли болевые привычные вывихи и так далее, у меня идеальными стали ногти. То есть ногти, которые уже стали твердеть, стали пустоты появляться под ногтями от каких-то там травм.
Короче, все это прекратилось. Это было очень важно. И я уже стала игнорировать, в общем-то, спать в тапочках. И вот недавно со мной что-то случилось на ровном месте. Вот, кстати, это очень интересно, как мне звонит сейчас из Молдавии один парень и говорит о том, что Света, у меня дико болит колено. Оно началось на ровном месте, при этом я ничего не могу сделать. У меня есть микросферы, и я в ужасном просто состоянии, вот с этой болью коленя, оно у меня перестало гнуться вообще. Вот. Я вам должна сказать, что это очень часто бывает от таких нехватки микроэлементов и психологических атак на человека. Потому что недавно я пережила такое, знаете, вот, ну что-то такое типа зависти, типа еще чего-то. И у меня отказало колено. Я тоже не знала, что делать. И я заворачивалась вот в капсулу. В общем, работала на энергетическом уровне, в результате я с этим справилась. И вот недавно это случилось буквально несколько лет назад со стопой. То есть я наступаю, а мне больно, такая острая боль тоже буквально на ровном месте. Я помню о колене. Я хочу вам об этом рассказывать. Почему? Потому что я давно пользуюсь, я великолепно себя чувствую. Но я живой человек, который живет в этой жизни, активно в социуме, не в какой-то там келье. Думаю, в келье тоже это происходит с монахами, потому что они работают с энергией всех людей, они работают на всю планету. Вот иногда из-за одного человека только Бог может держать нашу землю и не разрушить ее. Только благодаря одному святому, который продолжает молиться за нас всех. И они очень часто тяжело болеют. И поэтому, естественно, мы можем заболеть. У нас может что-то заболеть, несмотря на то, что мы пользуемся микросферами. Как я болела, например, всеми четырьмя видами ковида. Я, естественно, не вакцинировалась, но всеми четырьмя болела, тяжело болела по месяцу, очень тяжело. Из всех вышла достойно, с огромным количеством антител. И теперь вообще опять не болею, так же, как не болела до ковида, так же не болею теперь после. Потому что это был какой-то феномен, это тайна для меня, я еще в ней не разбиралась. Я так и не пойму, что это вообще было с человечеством, и устроит ли нам опять то же самое, не знаю. Но я уязвима, несмотря на то, что я пользуюсь микросферами. Я неуязвима для обычной жизни, для обычных каких-то инфекций, абсолютно неуязвима, потому что в организме уже появляются антитела, которые не дают этому происходить. А я прожила длинную жизнь и болела вплоть до туберкулеза. Я однажды прочитала, что СПИДом болеют те, кто даже предки болели. Сифилис, гонорея, чесотка, значит, туберкулез. В общем, если вот такими тяжелыми заболеваниями болели предки, то вы склонны к СПИДу, потому что это дефицит иммунитета. Так вот, я, к сожалению, сама уже болела и чесоткой, и туберкулезом. Слава богу, СПИДом и не болела, вернее, не болела более вот этими половыми заболеваниями. Но не гарантирую, что с предками моё такое не могло случиться. Ну так вот, и микросферы восстанавливают иммунитет. О чем это говорит? Это диагностика показывает. Это говорит о том, что микросферы настолько целостно воздействуют, настолько помогают правильно усвоиться биодобавкам, правильно перенести там голодовки, правильно относиться к питанию, потому что интуиция растет, интуиция не дает в рот засунуть то, что для вас вредно. То есть ты становишься таким, знаете, как кошки. Они никогда не съедят отравленное и плохое, да? Вот. Если, например, это не натуральное мясо, то кошка никогда колбасу эту не съест. Она будет голодная, умирать, но не съест это. Так вот, вы становитесь именно такими, как кошки. То есть у вас что-то
что-то внутри не дает вам что-то сделать, что-то съесть, куда-то пойти, сесть на самолет, который разобьется, жить в стране, которая уйдет под воду. Понимаете? То есть вы начинаете быть максимально чувствительными к тому, что происходит, и старайтесь слушать свое тело и свою интуицию. Для спорта это очень важно, потому что спортсмены это уникальные, конечно, люди, они обладают потрясающей интуицией, они очень часто верят различным приметам. Вот. Это тоже говорит о том, что у них сильная интуиция. Вот. Они чувствуют как бы кожей, что лучше сделать, куда пойти, что лучше не сделать. Вот. И такие спортсмены достигают очень больших успехов. Вот. Они буквально посвящают себя этому. Так вот, мелкие предметы нужны, потому что вот тапочки, когда у меня заболела стопа, я их одела и вот спала неделю. И теперь я решила, что я буду в них спать всегда. Это просто ни с чем не сравнимое. Я сплю на матрасе, я сплю на подушке, я сплю в очках, но когда я одела тапочки, сон просто еще в 10 раз лучше. Потом ноги себя чувствуют так хорошо, и я совсем, то у меня время от времени хватают судороги. И я убедилась, что судороги – это все-таки психическое нападение тонкого мира. Это у нас здесь кишит этот мир различными сущностями, они пытаются время от времени атакуют нас, чтобы в нас залезть, чтобы, так сказать, произвести с нами какие-то манипуляции. И очень часто для них этим каналом, проходом являются стопы. Так вот, когда мы одеваем тапочки, а я подвергаюсь в последнее время вот таким нападкам, которых я не хочу. Может быть, даже они полезные, может быть, это какой-то контакт полезный, но я пока не готова к этому. И поэтому я одеваю тапочки, и я чувствую себя защищенной. То есть ноги мои абсолютно находятся в свете моего свечения, моей ауры. Итак, что же еще? Твердые. Да, эти предметы становятся твердыми. Любите эту твердость. Потому что то, что они становятся твердыми, микросферы выстраиваются в структуры, формы определенные, которые продолжают действие положительное их для вас. Откуда я это узнала? Я прослушала лекцию академика, который занимается микросферами. Он химик, доктор наук. И на этой лекции он показывал снимки микросфер, которые выстраиваются в различные структуры. Это были как монетки с столбиками, это были змейки, это были шары идеальные, это были неправильной формы различные фигуры такие страшные. Вот. И он сказал единственное, что они пока не понимают, почему микросферы выстраиваются в ту или иную форму. Хотя они создавали иногда, чтобы заставить их выстроиться в одни и те же структуры, они помещали их в одни и те же условия, с одной и той же температурой, в абсолютно одном и том же помещении, а они все равно вытворяли, что хотели. Поэтому ваши микросферы в ваших изделиях вытворяют то, что они считают нужным. Причем одна ячейка в ваших микросферах может быть пушистой, как будто там воздух надут, то есть они отталкиваются. Другая ячейка в одном и том же изделии может стать как камень. Третья ячейка может стать пластилиновой. И мне очень часто претензии предъявляют, почему там пусто, почему там вот твердо, почему там это. Мои дорогие, микросферы лучше знают, во что им выстроиться. То есть какая-то часть микросфер показывает, что вот столько-то процентов у вас в идеальном состоянии, там, где у вас воздух, а вот столько-то процентов у вас совсем плохо, а вот столько-то процентов более-менее. Вот. И иногда я думаю все-таки, что изделия лопаются. Там такая есть пленка, которая под 600 градусов, такая лента, запаиваются швы,
чтобы микросферы не вытекли. Так вот, по-видимому, вы находитесь часто в таком состоянии, что швы эти лопаются. Знаете, иногда вот на меня сейчас, на мне хрусталь, вы знаете о том, что иногда бусы на женщинах лопаются или камни в перстнях разваливаются напополам. Это как раз знак, что они на себя взяли какое-то очень серьезное энергетическое нападение. Что-то в вашей жизни такое произошло, что камни взяли на себя и спасли таким образом ваше ранимое, почти из воды состоящее тело. Поэтому любите свои микросферы, наблюдайте за ними, что они вам говорят о вас. И если вдруг они лопнули и рассыпались, значит, они вас спасли. Соберите их, эти лапочки, соберите в стеклянную посуду, и они еще вам послужат. Будете посыпать растения в огороде ваши, растения, которые сажаете, будете посыпать ваши открытые раны, насыпьте их в мешочек какой-нибудь и повесьте на подоконник или на ручку двери, и к вам никогда не войдет плохой человек. Знаете, мы для этого веники ставим этой вверх, как бы вот этой частью веника. Так вот, микросферы выполняют функции вот этого веника вверх. То есть даже одна женщина мне рассказывала, что она на работе замучилась от людей, которые плохо к ней относились, и после их посещения ее кабинета она просто умирала. Она взяла и на пороге посыпала микросферы. Ни один из этих людей больше к ней на работу не зашел в кабинет. Вот, так что нейтрализуют геопатогенные зоны и геопатогенных людей. Итак, дальше. Почему запах у вас, когда вы лежите в капсуле, то есть вы буквально начинаете вонять, или когда вы в тапочках спите? Вы будете вонять до тех пор, пока у вас есть чему вонять в вашем организме. Вот сейчас раковые больные, у которых начинает проходить рак, что с ними происходит? У них лопается кожа, и рак, а это грипп, рак, гриппы различные, там микробы, глисты. Так вот, он начинает буквально литься из тела. Вы понимаете, вот уже у меня несколько случаев таких рассказывают. То есть сама кожа разверзается, и рак начинает вытекать наружу, и остается чистое содержимое. То есть мышцы, сухожилия, внутри там, сосуды ваши и так далее. Потом, когда все это до конца выливается, и когда сначала льется вот этот рак, когда он четвертой степени, он страшного зеленого какого-то цвета, ужасно, и пахнет просто ужасно. Они говорят, что запах просто невыносимый. Невыносимый, ну, как трупы пахнут. Вот. А потом этот запах проходит, и цвет жидкости проходит, становится белым, прозрачным, а потом начинает заживать рана. То есть вот даже что делают микросферы. То есть если отказываются хирурги это сделать, вот хирурги все нужно, чтобы зажило, зашить. А телу нужно, чтобы это вылилось, понимаете? Когда течет нос, когда вы пользуетесь микро, пусть течет. Когда у вас текут глаза, пусть текут. Когда у вас течет моча, пусть течет. Когда у вас кровотечение, ошметками буквально. Женщины говорят, у кого проблемы, что они буквально сгустки с ладони огромные вываливаются буквально из них. Все это говорит о том, что ваш грамотный организм, ваша божественная светящаяся клетка гонит все инородное из вашего тела. И не спешите, чтобы это зажило, а спешите, чтобы это вылилось. И тогда появится кожа, все заживет, как будто ничего не было. Итак, запахи именно поэтому. Поэтому потейте, прошу вас, как можно больше, как можно чаще. Я сейчас читаю удивительную книгу, в которой как раз вот пишется вот эта книга, я вам покажу ее. Эта книга называется «Энтони Уильям».
значит, 3 миллиона читателей. Взгляд внутрь болезни, все секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы их полного излечения. Итак, он говорит о том, что все наши беды от тяжелых металлов, которыми мы поражены, и наши предки поражены были. Короче, давным-давно нас даже лечить пытались тяжелыми металлами. Так вот, мои дорогие, микросферы – это уникальное средство, которое через пот, а тяжелые металлы уходят только через пот. Поэтому посещайте бани, но инфракрасные бани в 6 раз эффективнее любой другой бани. Поэтому если в банях, в спа есть инфракрасные камеры, посещайте их. А наша капсула – это инфракрасное излучение собственной частоты вибрации. И поэтому она не вредна ни гипертоникам, ни сахарным диабетикам, ни раковым больным, никому. Раковые больные с 4-й стадии у меня сейчас в капсуле выздоравливают. И так дальше. Дыхание. Очень важно дыхание. Когда вы спите на микросферах, я прошу вас с сегодняшнего дня обратите внимание. Сначала без микросфер. Как вы дышите? Сядьте и послушайте. Как вы дышите? Посчитайте в секундах, насколько у вас вдох. В секундах и насколько у вас выдох. Потом ложитесь на микросферы и начинайте считать, насколько у вас вдох и насколько выдох. И вы будете потрясены, как у вас начнет увеличиваться время секунды вдоха и время выдоха. Вдоха и выдоха. И чем дольше вы пользуетесь микросферами, тем глубже вы начнете дышать. И это очень важно. И если во время дыхания вы начнете еще задерживать дыхание, не насильно, вы ложитесь, вдох, задержали дыхание, выдох. Дальше вдох, опять задержали дыхание, выдох. Можно еще добавить и на выдохе задержка дыхания. И без усилий постепенно вы будете день за днем, месяц за месяцем, вы будете чувствовать, как ваше дыхание становится длиннее и задержки длиннее. Из практик духовных, когда вы начнете на выдохе задерживать дыхание на 60 секунд, а на вдохе на 90 секунд, все, вы перестанете болеть, вы перестанете заражаться. Ваша клетка уже дошла на такой уровень, что вам не страшна никакая инфекция. Помните, на выдохе 60 секунд, на вдохе 90 секунд. Когда вы начнете на выдохе 90 секунд, а на вдохе 120, тогда у вас остановится старение. Вы перестанете стареть. Ну, а дальше это вообще тайна. Если на 120 вы начнете на выдохе и больше на вдохе, тогда у вас начнется процесс омоложения. Вот. Ну, а если там еще больше, то это то, что умели делать Будда и Христос. Вот такой, так можно понять, что вы уже в процессе трансформации. Еще это можно понять по пульсу, он становится более медленным, и по температуре тела она становится ниже 36,6 градусов. Итак, дальше. Дыхательные упражнения желательно хотя бы начать вот то, что я сейчас вам говорю перед сном. Вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Или хотя бы дыханием черепахи. Это вдох, равный выдоху. Но считайте на сколько секунд, чтобы у вас это все удлинялось, удлинялось и удлинялось. Черепахи живут 150 и более лет. Именно благодаря такому дыханию. Если вы начнете дышать как черепаха, а черепаха вдыхает 5 минут, и выдыхает 5 минут, то вы будете жить так же, как черепаха. Вообще на этой земле природа наша долготы жизни любит медлительность.
Поэтому прибалтийские республики отличаются тем, что они более сдержанные, медлительные. Значит, у вас должно появляться все больше и больше долгожителей, потому что Вселенная и Земля это любят. Итак, дальше. Массаж. Я сейчас у себя в центре все уделяю внимание массажам, потому что заметила, и сейчас те, кто делают у меня массаж, они потом лежат часовую процедуру в капсуле. Господи, какие же отзывы они пишут. Это просто потрясающе. Вот у меня сейчас, ну, в телефоне, к сожалению, телефон не могу вам прочитать. Я сфотографировала отзывы и буду помещать на сайте. Это, конечно, удивительная вещь. Во-первых, усиливается массаж, же он усиливает кровоток, движение лимфы. И когда вы потом лежите в капсуле, что я чувствую сейчас? Мне проделали массажи аюрведических в течение месяца, каждую субботу и воскресенье делала. И что вы думаете? Я до сих пор ощущаю это действие. У меня медленно покидает вот этот лишний слой целлюлитный такой. Вот у женщин очень часто с возрастом у нас лимфа вот здесь задерживается, у нас увеличивается грудь, под мышками у нас такое-то висит, плечи вот так вот увеличиваются. Так вот, я вам должна сказать, что у меня это почти растает совсем. Несмотря на то, что я худенькая и все, но вот это все у меня женское, оно все равно было. Так вот, благодаря массажам и капсулам, процедурам, у меня этот процесс длится даже уже без капсул. То есть мое тело продолжает это поедать и выводить. Медленно выводит из моего организма лимфа все шлаки. То есть массажи усиливают, они ускоряют во времени действия микросфер. Если микросферы вот для Обломовых будут делать это годами, десятилетиями, как у моего мужа, у меня, например, на 9-й год исчезли кисты на почках и папилломы в кишечнике, а у моего мужа на 15-й при лежании на микросферах, понимаете? А если вы включите еще массажи, включите физические упражнения, занятия собой, у вас вот эти все залежи, которые у вас появились в связи с отравлением и житьем в социуме, уйдут на 5-й год. Вот это, в общем-то, очень важно. А дальше будут поддерживать ваше вот это идеальное состояние. Итак, дальше. Очень-очень люблю подушки 50 на 70. Просто обожаю. Потому что эта подушка в свое время, две их подушки, спасли меня от воспаления легких. Я не пила антибиотики, а просто на них спала. И продолжала работать с двухсторонним воспалением легких. И у меня оно прошло. То есть прекратился кашель, и все прошло. То же самое. Отличные подушки, конечно, 40 на 50. Матрас. И, конечно, капсула. И, конечно, капсула. То есть, короче, это очень важно, потому что там много микросфер. То есть каждая ваша клеточка отражается, и вы лежите в потоке стоячих волн, которые занимаются вашим эфирным, ментальным, астральным и причинными полями. И они будут долго, они будут вычерпывать сначала эфирное тело, боль у вас уберут с обострением, без обострения. Потом они возьмутся за ваше астральное тело, где ваши эмоции сформировались неправильные. Затем они возьмутся за ваше ментальное, за ваши мысли, установки, за нейроны, которых нужно разлепить в новые структуры. А затем они возьмутся за причинные поля, которыми наградили ваши предыдущие воплощения и ваши предки выше. Это все разные поля духовные. Их 6, говорят, этих полей. Вот, и каждое поле отвечает за свой уровень, за ваше воплощение, за предков, рода вашего, за вашу планету, за другие планеты, с которыми вы пришли. Мы такое многослойное существо,
И очень часто непонятно, почему у одного человека одно происходит, у другого другого, потому что там очень много причин и следствий. Итак, дальше, значит, помните о том, что если вы занимаетесь спортом, с собой на тренировку нужно всегда носить или универсальную повязку, или наколенник, или налокотник. В общем, какие-то маленькие или напульсники, какие-то маленькие предметы. Во-первых, не исключена травма у вас или у кого-то, и вы поможете. А во-вторых, напульсники будут усиливать результаты ваших тренировок, будут помогать вашему сердцу работать идеально, вашей нервной системе выдерживать это, вашим сосудам работать идеально и вашей лимфатической системе вовремя выводить то, что вошло в ваш организм и не должно быть в вашем организме. Ну вот, наверное, что я сегодня хотела рассказать спортсменам и посоветовать просто срочно эти изделия иметь. Вот, вы просто прославите себя, прославите свою страну потрясающими результатами, потрясающим состоянием. А самое главное, что это не будет губить ваше здоровье, а будет способствовать тому, что вы станете долгожителем в спорте. Ну вот, все, что я хотела сказать. Светлана, огромная вам благодарность. Мы погрузились тоже в историю и узнали про кусочек сахара, легендарный. И да. Хочу сказать, что здоровым и очень полезным заменителем кусочка сахара является живой шоколад, который да. производится при низкой температуре до 42 градусов, и именно из необжаренных какао-бобов. И он именно является кладезь это витаминов, минералов, антиоксидантов. Так что в нашей линейке Aroma Vitalities есть живой шоколад. А для любителей спорта, профессиональных спортсменов, кроме живого шоколада, еще и живой шоколад из линии Keto Protein, который содержит натуральные растительные белки. И, конечно, уровень сахара во время спорта падает. И спортсмены истощаются. И кроме воды... Да, да. Нужно иметь чем себя подкрепить очень ценным и легким. Да. И, конечно, по традиции у нас цитата «Совет для нас» из книги нашей любимой «Сокровища божественной мудрости», которая гласит: «Удалитесь в тишину сердца, ощутите покой и блаженство вечности. Из этой точки вы сможете приобрести правильный взгляд на все, что вас окружает во внешнем мире». Это то, что вы подчеркнули о важности духовной практики. Она является основой всего, всех сфер нашей жизни. Да, и микросферы способствуют тому, что во время медитации, вот сейчас еще несколько человек мне об этом сказало, просто все, кто медитирует серьезно, они говорят о том, что это просто сногсшибательно. То, как они себя чувствуют, и то, что они чувствуют, и то, что с ними происходит, когда они сидят на микросферах во время медитации. То есть, а когда аффирмации повторяются во время, ну, того, как вы сидите на этих изделиях, это просто значительно усиливает результат. Придавайте значение огромной аффирмации. Аффирмации очень важно повторять вслух. Потому что феномен одна женщина увидела, когда она переживала, что нужно повторять вслух, ей показали на тонком уровне, она увидела картинку буквально, что ангелы, такие маленькие существа с крыльями, когда она говорит, как пар выделяется мыслеформа, и они этот пар берут и куда-то несут. То есть это буквально материализация ваших мыслей для тонкого мира, тот, который выстраивает по нашим мыслеформам этот мир. Буквально из этого пара, из этой мыслеформы духовной, они творят события в этой жизни, которые происходят вокруг нас. Так вот, на микросферах все говорят, что это, те, кто практикует это, что все ускоряется, и все гораздо ярче, эффективнее и осознаннее то, что происходит во время медитации.
Прекрасное резюме. Мы вам очень благодарны. Желаем прекрасного вечера всем и до встречи на следующей неделе. Всего До доброго. встречи. Всего доброго. Огромное. Светлана Иреночка.